Молодец, заработал прекрасное достижение. Проверить карманы. А что это такое? Это типа надо крыльцо мышки покрутить? Открыть инвентарь. А я там вон уголь. Ты что сделал? В смысле? Стой, подожди. Да не загорится здесь ничего-то, блин, а. Да, еще не начали обзор карты, уже ты начал творить херню. Полнейшую просто фигню. Короче, здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, вместе со мной играет Андрей. И короче, как я и говорил, сегодня мы вам покажем механический клуб, который сделал Crazy Ted совместно с Хитманом. Мы недавно, не так давно показывали механический дом от него же, от них же. А сегодня покажем механический клуб. Кстати, мы пытались, вот, где-то, по-моему, вчера или позавчера, пытались снять видео по взрыву из различных, ну, один мод такой есть, Too Much TNT, взорвать выпуск такой, Максимадзе Андрей взрывает город, и эта идея, короче, с треском провалилась. Короче говоря, изначально мы появляемся в таком вот лимузине, и выходя из которого сразу попадаем на такую вот красную дорожку входа. Давайте посмотрим его снаружи. Он выглядит очень красиво. Тут стоянки, вон тачки стоят, пункт охраны стоит, крипер. Сверху на крыше тут такой вот пляж, можно сказать, с огромным бассейном, но мы его рассмотрим немного попозже. И как вы можете заметить, стоит этот клуб не в каком-то там, не на какой-то там пустой карте или в лесу, а на карте с самым настоящим городом. Не знаю, Crazy Ted и Хитман этот город строили или не они. Они об этом ничего не говорили. Карты для версии 1.7.4. И, короче говоря, давайте уже шарить механизм. Когда мы заходим в клуб, мы оказываемся сразу вот в таком вот большом зале. Невероятно красивом. Ну что, ты идешь? Иду. Да, и, короче говоря, здесь еще есть вот такая вот кнопка. При ее нажатии открывается, мы можем сразу же с входа попасть на второй этаж. А где она? Ну там у входа кнопка. Вот так вот. И он автоматически закрывается. Можно также обратно также сюда спуститься. А, у меня FPS приседает. Да. Ну, здесь такие столики, где мы можем жрать. Давайте первый этаж сначала проверим. Давайте лучше начнем со второго, потому что здесь попроще будет. Здесь по стенам течет вода, как видите. И с помощью этих двух кнопок ее можно заменить на лаву. Вот так вот. Да, лава, конечно, спускается долго, но, тем не менее, мы сменили воду на лаву. О, я хочу посмотреть на это. Я на втором этаже, если что. Где ты там? Сейчас, погоди, у меня тут интересное дело возникло. Так, что у тебя там за дело, интересно, блин? Да я потерялся просто. Вау. Короче, вот здесь течет лава, можно ее с помощью кнопок также заменить обратно на воду. Потрогать ее. Блин, я хочу ее только потрогать. Сейчас бац, и все, булыжник превратится. Не превратится, тут все рассчитано. Андрей, все рассчитано. При нажатии на эту кнопку столы выдвигаются в пол. Не знаю, для чего это нужно, но такая функция имеется. Или можно поднять обратно. А еще здесь есть стриптиз-шест. И здесь есть еще один такой же. Где? С другой стороны. По другой стороне есть еще один. Да, здесь есть вот такой вот крипер, и у него в глазах есть кнопки, которые открывают нам проход в комнату. Вот в такую вот. Там уже танцпол, что ли, тестируешь?
Да. Блин. Ладно, я тут комнату показываю. Эта комната, эта кнопка закрывает дверь. Ну, это комната отдыха, я так понял. Короче, такая вот. Ну и кнопочками этими закрываем ее назад. На обоих этажах есть вот такие вот кухни, где можно включать, выключать свет. Зажигать печку. Нифига себе, что это такое. Я в курсе, да. Я тоже хочу показать это зрителям. Здесь на первом этаже тоже есть такая кухня. Тоже можно вот так вот зажигать огонь. И также нам выдается пища. И здесь вот так, во-первых, при нажатии на этот рычаг активируется вот такая вот интересная подсветка на этой дорожке. Можно ее также отключить. Я подальше отключу, а то у меня FPS аж проседает. А теперь очень интересное место, этот танцпол. Во-первых, вот этот рычаг ничего не делает, а этот рычаг включает и выключает свет наверху. Так, в данный момент мы его выключили, походу. Эти две кнопки меняют стены либо голубые, либо розовые. На наш, собственно говоря, вкус. Вкус. Да. И цвет. И точка. И точка. Дальше. Андрей уже нажимал эту кнопку, она выпускает фейерверки. Какую кнопку? Которая? Ну вот, которую ты фейерверки вот выпустил. Ну и а здесь очень крутые 4 рычага, которые включают танцпол. Но пол просто так же не должен. Да остановись же, стой ты! Не просто так же, но пол не должен же светиться без музыки. Поэтому давайте нажмем на эту кнопку и наслаждаемся. Этот рычаг включает и выключает повтор песни. Красота. Да, а теперь включаем. Так, вот первый режим. Пол начинает светиться. Вот так вот переливаться. FPS мы бедны. Да, а у меня нет. У меня нормально все. Музыка проигрывается на музыкальных блоках и без всяких команд причем. Это первый режим. Выключаем его, включаем второй. 45 FPS, блин, с футболом. 36. Я умираю. Это был второй, теперь третий режим. Как Андрей у нас любит фейерверки. А почему второй режим-то до сих пор работает? Фиг знает, машина более длительная. Нет, я его выключил, а он что-то не отключился. А если первый включить, а потом третий? Ну-ка я выключу все сначала. Что-то оно не останавливается. Все, остановилось, теперь включаем третий. Иногда бывает. Вот третий режим активировался. Так, музыка, кстати, кончилась. Вот так вот работает третий режим. Это, конечно, красивее выглядит с шейдерами, но ну нафиг, у нас вообще лагать тогда будет. И четвертый, и последний. Ты стены поменял. Я стены поменял. Да. Ну и режимы проверили. Андрей опять музыку включил. Музыка прикольная. Опять фейерверки. Тут еще блоки музыкальные. А что, ты против, что ли? Да нет, просто. Пойдем дальше обозревать. Также на второй этаж есть вот такой вот лифт, который мы видели еще в обзоре механического дома. Надо встать ровно посередине, чтобы он нас поднял. Посередине. Да. Сами ничего не поднимаю. Так, ладно, посередине. Да. И в том механическом доме он этот лифт не имел возможности спускать. А вот здесь уже лифт этот может и спускать вниз.
Так, прежде чем мы пойдем туда, мы пойдем сначала вот сюда. Нажимаем кнопку. Лифт нас спускает. Вот так вот. Так, прежде в ту комнату мы войдем чуть позже. Сейчас вот так вот такой вот санузел, так называемый. Здесь мы видим вот такое вот зеркало, в котором мы, правда, не видим себя. Молодец, молодец, посрал все-таки, да. Продолжаем. Правда, вот почему-то тут дырка вот эта сразу появилась. Почему тут не заделали? Ну, как вы уже реально поняли, то, что находится... Вот это зеркало, это за стеклом находится еще одна такая же комната. Рычаг включает и выключает свет. При нажатии на кнопку выдается бумажка. Я думаю, вы сами в курсе для чего. Включи свет, ё-моё. Так, и сейчас в этой комнате есть один секретный проход. Мы должны поставить красный факел в эту фигню. И открывается секретный проход вот сюда. Короче говоря, вот эта кнопка выдвигает потайной верстак. Или прячет его назад. Эта кнопка меняет цвет ковра. А, как раз Андрей вошел туда сразу. Давайте заглянем, посмотрим тир. А, это тир. Место, куда нужно стрелять, выглядит очень красиво. Только далековато стрелять, конечно. Так, давайте будем, давайте попробуем. Здесь надо сколько раз попасть? 7 раз надо попасть, нифига. Ну-ка. Я сейчас пристрелку произвожу. О, я попал один раз. Я тоже. 2, 3. О, второе попадание, отлично. 4. Не Господи. Понял. Ой, а чё, она залипла, что ли? Да блин, ты 5-е попадание мое сбил. Да, да не, я... Я убрал стрелы, а то там что-то залип механизм этот немного. Ладно, сойдет. А что такое? А, это свет, что ли? Какой-то. Ну, свет. А так, там. Закроем все нафиг отсюда. А, ты обнулил... А, ты дверь закрыл. Я хочу до конца попадания набить. Да блин, как далеко тут. Тут более далеко, чем в механическом доме. О, еще попал. А тут что такое? А, ее можно будет нажать, когда мы уже полный счет набьем. А это что за рычаг тогда? А, это свет. Это свет. Блин, думал, что там просто за эту штучку сидит. Да блин, дайте я вблизи лучше попаду, это долго будет. А ты иди посмотри, смотри, сколько я там набил. Ну давай, еще 2 и все. Еще 2? Да, еще 2. А как он считает так, что вода не нет? Все. Все. И да. Выпадают алмазики, которые нам нужны будут в казино. Господи, блин, если ты прибавил мне. Но я прибавлю еще алмазиков. На, возьми. На, я себе стак алмазиков возьму, на себе стак алмазиков. Который нам понадобится в следующей комнате. Вот здесь. В казино. Ты куда? Подожди, сюда. Подожди, ты сюда иди. Да я тут иду. Ага. Подожди, нам сюда. В казино давай. Нам алмазики нужны как раз таки для казино. Оно работает вот так. Кидаем алмаз, жмем на кнопку. И будем по очереди кидать. Посмотрим, кому что, первым попробую. Кому первым из нас выйдет. Выпадет. Так, я чуть не помню, 3. Как кидать-то? Ну на Q. А, и нажимаешь кнопку. Так, 2. Моя очередь. Подожди, моя очередь. Посмотрим, кому из нас 3 выпадет. Мне ничего не загорелось.
выиграл, наверное, да? Окей, пробую я. Да блин, ладно, по барабану. Опять две. Ты где? Давай, кидай. Я... Не, я все уже. Я не играл. Ну ладно, я тогда добью. Опять ничего не загорелось. На кошку пойдем. О, все. Три. Отлично. Как только мы набиваем три. Вон еще и железные прутья откуда-то взял. В этом сундуке появляется три алмазных блока. Открой мне дверь, пожалуйста. Ой, я куда-то... Я случайно не туда нажал. А, тут кнопка есть. Блин. Спасай меня. Ой, ну вот этот, вот с этим ковром проблема все время была, что у него цвета так работает. И третья мини-игра это вот такая вот. А что мне делать? Здесь нужно уворачиваться от надвигающихся разноцветных блоков. Только я почему-то не могу дпшнуться туда. О! Я все, я дпшнулся. Меня тоже телепортируют вместе с тобой. Блин, они там, я слышу, они там пускаются без меня уже. Ну-ка, о, летят. Так, стоп, я один сейчас нажму еще раз. Короче, вот такие вот блоки надвигаются на нас, и мы должны от них уворачиваться в течение долгого времени. Ой-ой-ой, блин, это... Удачного проигрыша. Написано там. Да. Ну, давайте еще блоки. Ой-ой-ой-ой-ой, как сложно уворачиваться-то. А, ну все, мы проиграли. Так, ну вот эти кнопки, что делать, я нифига не в курсе. И теперь нам надо как-то выбраться из этой комнаты. Мы должны встать сюда, под ногами у нас появляются динамиды, которые подкинут нас наверх. Вот так вот. Сделай то же самое. Где динамит, я чуть не понял. Ты должен нажать там на кнопку, у тебя под ногами динамит появится. Ладно, пофигу, я не знаю. Металлампочка. Чё-то я не понял, в общем, как это делается. Ладно, я обратно иду. Там, ну там на заборчик на этот встаешь. Куда я вставал, и там кнопка. А, ладно, я по старинке поднимусь. По лестнице я надеюсь. Всё, я снова тут. Ты там проход проломал, что ли, я так понял? Не. По-другому там не выбраться. Подожди, это еще не все, а нам еще рано там туда пока идти. Парам-пам-пам-парам. Нам еще рано туда идти, подожди. Так, посмотрим, как ты выбрался оттуда. Ну конечно, проломил проход. Где проломил проход, блин? Ну здесь открыто все. Я просто ничего там нигде не пикал, просто я поднимал. Вот эта кнопка. Под ногами спавнится динамит и. Вот так вот. Нас прям в главный зал прям кидает. Не знаю, как Андрей не смог эту кнопку найти у нас. Ну, короче, возвращаемся сюда. И вот эта дверь, она закрыта. Чтобы ее открыть, нам надо вставить пластинку сюда и вытащить ее. Пошли дальше смотреть, давай. Так, все, дверь эту открыли. Здесь вот такая вот интересная комната. Нажимаем на рычаг, и вот такая вот красота появляется. Ай, блин. Но это не все. Там есть еще проход вниз. Где тут свет включается? Вот. Как вы можете заметить, здесь... Вот эти кнопки ничего не делают. Здесь вот эти доски другие, не такие, как все. Нам на них надо поставить красный факел, и тогда... Ну, зачем по несколько раз это делать? Ты механизм так сломаешь. А вот такой вот лифт, который спускает нас. Не спускает, не спускает. Да потому что ты...
чепуху всякую понаделал только что. Говорил же тебе, не надо так делать. Так, прекрасно. Лифт застрял у нас благодаря Андрею, который начинает делать то, что делать не надо. Я не знал, как он работает. Еще раз. Так, поехали. Кошмар мне тоже сюда идет. А, мы опять не спускаемся. Ладно, давайте прокапывать вниз, потому что ты, походу, сломал лифт. Ну подумаешь, он сломал и сломал, с кем не бывает, да? Ну, короче, он нас должен был так вот спустить на эту кнопку. Мы также должны были подняться туда. Оп. Вау, нас что, в ад, что ли, спускают? Ну нет, не совсем. Нам тут... Ну ты что-то прям глубоко опустился, нам туда не надо. А, нам туда не надо? Проход-то вот здесь. Ну здесь можно было заборчик, на самом деле, какой-то поставить. Там сюда, короче. Короче, во-первых, вот здесь дверь заперта. Нам надо ввести целых два пароля. Нажимаем на те рычаги, на которых есть деревянные кнопки. Этот пароль открывает доступ к хранилищу, который будет за дверью. А это уже саму дверь открывает. К сожалению, вот этот механизм работает очень неисправно. Вот эти блоки зачастую не убираются. И что здесь будет? Книга, что ли? Серьезно? При нажатии на кнопку появляются сундучки. И, кстати, эта кнопка не будет работать, если мы не введем первый пароль. Блин, жалко, что здесь ничего не работает. Ничего особенного тут нету, в принципе. Нажимаем на эту кнопку, и нас телепортируют в следующую часть комнаты. Здесь, в этой комнате, сундучки в полу находятся, они также пустые. Интересно. Да. Вот тут верчак. А, понимаю. Ой, ну ты опять проломил проход, что ли? Нет. Так, а здесь тоже секрет. Надо поставить сюда те блоки, которые показаны на табличках. Ну вот, у меня уже есть алмазный блок, нам надо еще древесину, верстак. Вот это. Обалденно. Если мы... В принципе, кстати, нам не обязательно, в принципе, было рушить все эти блоки самим, потому что сверху есть специальная кнопка. При ее нажатии все разрушается само. Ну а при нажатии на вот эту кнопку нас телепортируют обратно. Все, больше ничего здесь нет. Возвращаемся обратно вот сюда. Да. Ну мы скинем, ну мы ссылку на карту в описании, конечно, оставим, и там все будет, так сказать, не используемое нами. Будет лифт. Андрей поигрался с лифтом, вот он и сломался. Это что, это механизм лифта, что ли? Там кнопка внизу, при ее нажатии нас должно обратно поднять, но как видно там. Ну, по понятным причинам оно не работает. Поднимает она, кстати, быстрее, чем опускает. Максим, не сюда. Ну чего еще? Ну что, механизм, что ли, есть все? А ты где? Я где-то под казино. Как он называется? Так, блин, я к тебе ТПшный случай, а то я тебя так просто не найду. Андреу Пи 2018. Ну, куда ж ты зашел-то, ё-моё? Ты чё... специально тебя туда завёл. Ты чё тут... Ты чё забыл тут, интересно? Мы еще успеем на клуб изнутри посмотреть, не переживай. Ё-моё, тут сразу. Тут и... Ты точно когда это пойдёшь тут, там? А то я потерялся немного. Ой, блин. О, ура, мы где-то уже. Так, вставляем пластинку
выходи сначала. Вставляем, вынимаем пластинку снова, дверь закрывается. Так, ну все, здесь нам точно больше делать нечего. И теперь идем в белый, в тот белый проход. Белый-белый проход. Волосатые ноги. Так, короче говоря, здесь у нас парковка такая вот. Так, свет находится тут. Какая-то слишком большая машина. Да, для VIP-гостей стоянка. Там у нас, кстати, проход на улицу. Давайте туда выйдем. Закрывающийся вход такой здесь. Вот так вот он работает. И, соответственно, закрывается тоже. Вот так. Так, ну давайте вернемся туда назад. И пойдем вот сюда. Так, здесь невидимые двери находятся. Эй, не таким способом надо это делать. Нужно вставить сюда пластинку и вытащить, и тогда мы туда сможем пройти. Здесь, здесь растет... Сам, наверное, понял, что... Конопля, видимо, растет. Вот где тут включается свет, я что-то не знаю. Это закрывает дверь. А вот это... О, ты нажал на эту большую кнопку. Короче, это огромная кнопка. Аварийная такая кнопка. Все выходы и входы клуба закрываются. А все эти плантации смывают в сундуки. Вот. Видите, этот вход закрылся. Вход на втором этаже тоже закрылся. И выход на стоянку для VIP-гостей. Давайте я вам даже... А, ну ладно. Не буду томить. Он, короче, тоже мы его... Он при нажатии на кнопку не откроется. Чтобы все открыть обратно, нам надо снова нажать на эту кнопку. Стой, погоди. Смотреть, как он... А, ну ладно, давай. Ну ладно, иди в главный зал. Я еще раз нажму на кнопку, когда ты скажешь. Но у меня ворота открылись. Ну потому что я нажал на эту кнопку еще раз. Что, за... нажать... закрыть? Ну да, закрою. Нажимаю кнопку. А здесь закрылось, а здесь что? А, здесь типа тоже, да? Да, и VIP... А, да, здесь тоже... И VIP-стоянка тоже закрылась. Впусти меня, брат. Пожалуйста. Так, все, я... Закрой. Вся. Опять закрыть? Да закрой, мы тут здесь уже стоим. Ладно. Чё ты... Господи, 40 FPS. Чё, 38, может быть, тебя... Ты пошнешь ко мне? Не, сам... Если ты помнишь, куда, конечно. Здесь есть рычаг в печке, который открывает секретный проход. Так, нажимаем на эту кнопку, открывается та дверь, а этот рычаг... Здесь уже в этом сундук, в этих сундуках все наши плантации будут ли... А, вот они. Да, здесь вот такой вот экипировщик, который выдает нам необходимые вещи. Делает он это довольно-таки необычным таким способом. Что-то не особо он выдает что-то. Да, мало. Теперь подходим вот сюда и прыгаем прямо в вертолет. Куда? Вертолет, и можем, можем из него также стрелять. Ой, блин, да, я запрыгнул обратно. Оп, как стрелять из него? Отойди, ну отойди. Че, фаерболами он стреляет, что ли? Да. Четко. Так, я забыл показать еще одну комнату, которая находится тут, внизу. Да господи, я сейчас хочу обратно выпрыгнуть. О, четко, я смог запрыгнуть. Короче, я забыл показать одну комнату, которая на улице находится. Надо под... надо вот, надо встать вот сюда. И нажать на красную кнопку. На этот красный блок надо встать и нажать красную кнопку. Блин, что тут со светом? Ты где это? Не... Да я тпшнулся в комнату в ту. Где этот рычаг, я его не вижу.
Не могли сразу, чтобы свет включенный был, сделать? Рычаг включения света где-то тут наверху, но я вообще его не вижу. Вот он. Типа вертолет такой боевой. Да. Короче говоря, почему-то не отображаются маски, но они нам выдаются. И... А куда эти фаерболы? Да, они что-то не работают. Короче, тут должны быть маски самые разные, но они что-то не хотят у меня работать. Ладно, ничего интересного. Теперь давайте посмотрим, что находится на крыше этого клуба. Можно сказать, целый пляж. Короче, здесь вот такой вот огромный бассейн с таким вот подъемничком интересным. Также встаем посередине. И нас поднимает. Только вот с ним что-то проблема. Вот у него один поршень остается наверху. Ну и прыгаем с него, естественно. А вот спускать он не умеет. Есть смотровая... смотровая площадка с головой крипера. Лежаки, зонтики всякие, деревья растут тут, вода по трубам течет. И вот такой вот интересный танцпол, который вот меняет цвета. Это очень красиво. Видал? Видал. О, флаг России был. А теперь флаг Украины, видал? Выбросить его нафиг. Тихо. Давай. Вдруг нас украинцы смотрят. А этот рычаг активирует вот такое вот... Пусть смотрят. Такое вот приливание. И тоже красивое. Так, этот рычаг включает свет. Я так и не разобрался, как именно он включает свет, к сожалению. Тут блок то исчезает, то появляется. Но вроде бы без командных блоков это работает. Ну и, конечно же, здесь есть... Ты что там делаешь? Я просто изучаю. Ай, блин... И, конечно же, вот такой вот огромный батут. О, выше вертолета можно прыгнуть. Так, чем ближе к его центру мы прыгаем, тем выше он нас подбрасывает. А, тут чем ближе к центру, я говоришь? Да. О, я вертолет сейчас полечу. Так, ну и еще один механизм находится вот в этом джакузи, так называемом. Почему-то он в тени, правда. Нажимаем на рычаг, и открывается на дне проход в такую комнату интересную. Этот рычаг закрывает все назад. Но в этой комнате ничего такого интересного, это просто комната. Шест для стриптизерши тут опять есть. Закрываем его. Ну и... Так, вроде бы тут все показали. И осталось последнее. Нам надо вернуться обратно внутрь клуба. И взорвать его. Нет. Блин, тут закрыты все проходы, ё-моё. Я забыл про них. Господи, я сейчас тебе открою проход, пока ничего парюсь. Я уже залетел. Почему-то вход для гостей не закрылся. Сейчас я открою, погоди. Угу, немного шумно открою. Я открыл себе проход. Блин, чувак, ты угораешь надо мной, что ли? Почему? Ты что сделал? Ладно, короче, иди сюда. Куда сюда, я не вижу. Вот здесь нажимаем рычаг. И здесь... Нам надо взять вагонетку. А, вагончик надо взять. Оно... Оп. Поехали. И посмотреть весь клуб изнутри. А, это вот эти механизмы, что ли? Да. Можем покататься и увидеть весь клуб изнутри. Посмотреть, насколько это была большая и сложная работа. Блин, Крэзи Тед говорил также, что из-за выхода новой версии приходилось чинить очень много механизмов. Это игра с надвигающимися блоками, я помню. Там санузел находится. О, можно динамит поставить? Я сейчас запинаю тебя! Так, там... Ну ладно, в принципе, можешь и поставить, потому что мы клуб уже показали. Ну ты чувак, жоу. Ой, Макс, прости. С
Спасайся, кто может. Все, я полетел нафиг отсюда. Ой, я хочу сюда. Че, да, блин. Ну ты и, конечно же, вообще, я тебе скажу. Казино взорвал. Да и пофигу, мне наоборот нравится. Ну и ладно, давайте все вместе заложим этот клуб динамита, мы взорвем его. Вот будет. Быстро. Я буду закладывать снаружи. А я по-твоему снаружи не закладываю, да? Ну я не видел. Блин, надо бы губок найти бы, чтобы воду здесь не пришло бы. Да ладно. Фиг с ними. Только обсидиан хрен взорвется. А чё губки не срабатывают? Не знаю. Они как тампонаж работают, они просто только прикрывают воду, всё, то есть они не впитывают ничего. Так, сейчас будет бабах. Отлетим подальше на всякий случай. Только клуб сделан из взрывостойких материалов. Но, впрочем, они его не сильно спасут от этого. А чё не все взорвалось? Погоди. Погоди, стой. Кстати, тут еще яхта есть вот такая вот. Можно я. Не, ну я не хотел ее сейчас взрывать, конечно. Я хотел сказать, вы можете узнать, посмотреть этот город сами, скачав карту по ссылке в описании этого видео, собственно. Так, давайте логотип клуба взорвем и на этом закончим. Серию. Да. Так вот. Ну, предлагаю закончить. Короче говоря, с вас лайкос и подписос. Итак, давайте воду еще выпустим. С нас неэпичные видосы. С нас эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, также вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.